Привет всем, меня зовут Дмитрий, мы с тобой продолжаем играть в Raider Life Simulator 2. Вот зависаю немножко я, у меня потому что нервный срыв сейчас будет из-за того, что я намучился с компьютером. Сижу, никого не трогаю, у меня обновления висели очень долго. Очень долго я не обновлял компьютер, у меня этот восклицательный значок был. Я говорил, типа, просто завершить работу. И никого никто не трогал, серьезно, блин, вот жили спокойно. Он мне вчера взял и сказал, вот у тебя синий экран смерти, так что давай-ка что-нибудь ты сделаешь. И, короче, он самостоятельно обновился, никого не спрашивая, и пришлось мне, значит, сейчас включаю компьютер. Запускаю, получается, программу для записи, и он мне говорит, а где твой микрофон-то? А он у меня горит синеньким, все хорошо у меня, типа, ну, работает. Блять, говорит, что нет у меня микрофона. Я говорю, ладно, хер с тобой. Камеру еле настроил. Ну, типа, заново все делал. А микрофон включаю, вроде работает, хуяк отваливается. Включаю, работает, хуяк отваливается. Вообще, я сейчас минут 15 сидел, дрочил этот микрофон. А, вроде заработало. Так, открываем этот самый... По советам, я посмотрел, по советам. Смотри, давай прямо сейчас открываем. 5 секунд. Прям сейчас открываю, что у меня записано, значит. Прям комментарии записаны. Что здесь, значит, написано-то? Бери на первое время сэндвичи. Они как треугольники и рыбу фиолетовая упаковка. Старт конкретный товар дня будет. Это пишет Евгений Старовойтов. Покупатели, как они будут бить мою машину? Вот это непонятно, вот вопрос. Так, хорошо. Пойдем, значит, на сэндвичи, треугольники и рыбу фиолетовая упаковка. У меня терсти написано, или что это значит вообще? Player статус, давай посмотрим. Что такое терсти, блядь? Это вот это? Воды мало, что ли? Это жажда, наверное, называется. Кстати, нужно посмотреть по билсам. Билсов у меня пока нет. Соответственно, терсти. Рассол пьется? Нет, вряд ли. Едринг. Все, от едринка... Ой-ой-ой, а что так тени-то плохо работают? Смотри, с правой стороны это у меня как... Оп-оп-оп. Вообще мудянка какая-то. Так, пойдем пописываем, помоемся, чтобы вообще никто нас с тобой не тревожил. Абсолютно никто ничего не тревожил. И не говорил нам, что мы грязные, там, или что-то от нас пахнет неприятно, или чтобы мы невзначай не обмочились. Пойдем, значит... Это что такое? Граб. Только грабить можно. Так, пикап. Почему тут это вот грабить? Body oil. А, ну да, все правильно. Так, у нас с тобой цель, значит, следующая. Мы берем, едем за покупочками. Потому что у нас $746, мы с тобой можем что-то приобрести. И это что-то, может там с тобой очень сильно помочь. В первую очередь мы купим вот эти треугольники и розовую... фиолетовую упаковку рыбы. Непонятно, туда ли я сейчас еду, ну, там ли она продается, не там ли, но скорее всего там, потому что где еще-то может продаваться рыба? В магазине, скорее всего, да, логично же. Блять, занос вообще почти в управляемый вошел. Как неприятно получилось, конечно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так вот, ты написал, что минус жизни машины. Ну, типа, от чего? У меня же нет параметра именно жизни машины. У меня есть параметр... Кстати, погоди. Daily work... А, это я зарплату опять подал ему. Electronic Store. Мне сказали, что вот здесь вот есть товары на базаре на вот этом. Которые, ну, типа, очень выгодно покупать. Обосраться просто. И нужно их покупать, потому что, ну, нифига... О, вау, вот это, да, вот этот прыжок. Так, а мне бы... Вот этот треугольник, это что, вот этот треугольник? Мешит авокадо. Это, короче, размешанная авокадо, получается. Это патата. Это пичи. Это у нас, этот, как его называют? Дынька. Дынька нам с тобой не нужна. И... Печи мне не нужны, и, соответственно, картошка тоже мне не нужна. Мне... Что
Шум толпы очень реалистично наложен на вот этих стоящих манекенов. Классно вообще. Так, асфальт туда тоже очень ровно выложен. Возможно, там все что-то есть красивое. Опа. Здравствуй, пирожок. Сэмми. Привет, здесь ты новый супермаркет Овнер. Да, естественно, я Овнер нового супермаркета на главной дороге. Я могу тебе маленький фавор. Если ты заплатишь мне $50, я могу построить новую стену в твоем магазине, чтобы сделать привлекательнее что-то эту хрень. Короче, да. Ну давайте, полто заплачу. Пожалуйста, держи. Пожалуйста, тебе большое, сэр. Я пойду-ка это самое твою эту магазин сделаю и завтра утром начну работать. Хорошо, договорились. Бля, я что-то кому-то заплатил полтинника. За что заплатил, хуй упросит. Так, кофемашину мне нельзя поставить. А, нет, мне можно поставить. Просто я ее еще не хочу на нее тратиться. Рыба. Фиолетовая упаковка. А где? А где здесь рыба-то продается? Мать, я уже за ногу. Это Милка. Это черри смузи вообще. Это святая корова. Зачем она мне нужна-то? Может, рыба типа не в холодильнике может храниться еще что-то? Я как-то очень в этом сомневаюсь, но возможно. Это паста. Блять, что ты мне врешь, по-моему? Фиолетовая упаковка, старт конкретный. Фиолетовая упаковка, треугольники. Какие треугольники-то? Сэндвичи. Может, это в той ерунде продается? Треугольники, треугольники, треугольники. Вот, например, треугольники. Но это тоже, это авокадо. Это авокадо, и оно мне нахрен не уперлось, честное слово. Короче, ты меня обманул. По крайней мере, я так пока думаю, вот. А пока я так думаю, ты меня обманываешь. Вот и все. Давай мы с тобой посмотрим, что нам не хватает. Complaints. Cherry juice, canned corn. Это какая-то кукуруза, рыба и бред. Рыба и бред, рыба и бред. А бред где продается тоже? А, тут он продается. Да, это ж магазин ни хрена не универсальный, поэтому здесь мы с тобой бред не найдем. Здесь можно найти, возможно, рыбу. Хотя, кушки мы рыбу здесь найдем. Наверное, нужно карту посмотреть. Хаусвейр. Ага. Той шоп. Your house, your shop. Alice Clinic Bakery Meat Factory. Farm. New Furniture. Тура, эквипмент, кар механик, банк, электроник, жабершоп, хус, вэйр, фэшн, каршоп. А мы с тобой можем максимум на Мидфэктори сгонять. Рыба не мясо, как говорится, но поэтому рыбу там вообще вряд ли мы найдем. А в бейкере мы за хлебом сгоняем, а вот рыбеху надо поискать вот здесь. Какого лешего, как она выглядит вообще? Рыба это. Рыба это ваша. Это бутер, крем-чиз. Кэрджус, вот он находится, чеддер, крем, айс кофе, белковый йогурт, соответственно, шоколадный кофе, банана смузи, черри джус, ноуфат милк, оранж джус, молоко, фрут джус, пиза милк, кэррот спайси фриз, соответственно, мы здесь клининг спрей, туалет, боди ойр, фиши я не вижу, вот что тебе хочу сказать, фиши-то нет здесь. А фишки где все? Где все фишки? Нет здесь фишек, блядь. Вот что я тебе хочу сказать. Как ее найти, фишку-то? Кэтфуд. Кэтфуд нихера нет, не фишка. Вот Кеннет Корн. Хайт прайс, блин. Зато она у нас будет, блин. Соуса, салат и майонези. Майонези, блин, конечно, тоже здорово, но... Что-то не прям, я думаю. Во, рис. Блядь, рис куплю, говорю тебе. Кофеёк, но мы не будем его покупать, потому что это вообще выгода маленькая, очень сильно маленькая выгода. Так, прайс. Чипсы, что такое? Курить чипс. Чипс курить не надо вообще-то. Так, сэндкейк, песочные печеньки, берри шоколад кукис. Туалетная бумага, она вообще всегда пригодится, давай возьмем ее. Клосс софти, так, это моющие средства, все они мне нафиг не уперлись на самом деле. General Dressing, глаз клинер, это тоже, конечно, очень здорово. Буй за 30, так, Ring Cereal. Блин, все вот это, короче, оно все не то, что мне нужно. Детский шампунь. Где тут? Вот он. Блять, ну нихер, не, ну на $17 дороже я не буду покупать. А че вот это второе было-то?
Cannot peace. Cannot peace. Это что такое-то? Я сейчас просто быстренько пробегусь, типа, если найду, значит найду. Если не найду, значит хуй на нее. Как бы, ну, ну потому что, но это не серьезно. Писать такие названия глупые, и пиши ты по-человечески. На русском, чтобы я понимал. Походу здесь такого нет. Или я уже это прогнал, и я не нашел этого. О! Cannot peace, вот он. Возьмем его тоже. Так, Тирсти, это я, значит, хочу попить. Если я хочу попить, значит, я покупаю чего себе? Колу. Кола бутл. Place here. Это я... Ой. Дринк. Дринкую. Погоди-ка. А, это два глотка был. Я чуть просто даже, блядь, я не понял, как он из сразу из нее пьет. Так, мы с тобой, значит, что делаем-то? Мы с тобой садимся в машину, едем обратно, выкладываем товар. Потому что времени-то уже ни хрена себе здрасте. Мы с тобой уже 11 минут играем, а еще товар не выложили. Но сначала мы съездим с тобой вон туда. Потому что там наверняка что-то очень интересно. Кто же асфальт кладет просто в поле? Ой, блядь. А, понял, что это за хуйня такая. Это бетонная стена, во-первых. А во-вторых... А во-вторых, я застрял. А в-третьих, я поехал обратно, потому что ничего хорошего и интересного я тут не нашел. Можно было бы, конечно, у этого товарища что-нибудь захватить по дешевке, но нет мне сейчас такой надобности, знаешь ли. Я хочу все-таки немножко в более адекватную какую-то эту политику лезть. Ну, в плане... магазины вот эту вот. Я не хочу покупать все и вся, хотя это нужно будет делать, но... У меня пока никто не покупал этого. Картошку у меня нет, дефицита картошки, блядь. Нет у меня дефицита картошки, я типа не должен ее сейчас прям в первую очередь покупать. Надо найти фишу. Вот что надо найти. Потому что фишу... Фишу... Если верить Евгению, Фиша нифига себе как много денег при... Блять, а чё мне не хочу? Ты собака сутулая, блять. Я специально поставил машину так, чтобы в нее никто не врезался. Ты умудрился в нее врезаться. Ну это вообще не серьезно. За колой идите покупать колу. А потом идите покупайте туалетную бумагу у меня, соответственно, потому что ну нифига себе. Полки попили, сидели, посмотрели на меня, купили туалетную бумагу, вообще рады. Так, все наставили. Чуть колку взял, молодец. И потом приходи обязательно за за туалеткой. Вот этот дурак, нет. Меня просто напрягает разве что звук вот этот вот. Вот с этой стороны не сильно ходят. И даже если... Блять, да они вот здесь тоже будут врезаться. Я не знаю даже, куда машину поставить, чтобы они не врезались. Поставлю вот сюда. Так. Так, так, так. Так, 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 так. Еще одни баночки какие-то непонятные. Так. Ставлю, насколько возможно, ровно. И насколько возможно, быстро. То есть я вот это пытаюсь совместить и сделал так, чтобы было все вместе. Ух, мамочки. Нифига себе, какая большая пачка. А, в том магазине она оказалась гораздо меньше. Вот смотри, не сохраняется положение. Берет каждый раз... Каждый раз вообще по-разному берет. Ему вообще все равно, по-моему, как я клал предыдущую пачку. А что он поставил, то вот так, то вот так, то вот так кладет. Какая-то вообще странная игра на самом деле. Она не запоминает ничего. Так, 666. Вот это вот заскриним с тобой. Что вообще все офигели, 666, нифига себе. Хотя, что скринить, я же могу написать это. А, дружок. Дружок, дружок. Поедем с тобой, поедем, потому что далеко пешком идти. Очень далеко идти пешком до этой хлебной лавки, а люди все равно ходят. Вообще, как-то нечестно, по-моему, с моей стороны будет покупать в хлебной лавке хлеб, а потом продавать его у себя. Как ты думаешь? Мне кажется, что да. Мне кажется, как бы это немножечко странненько. Так, треугольники, говорит, треугольники. Где сэндвичи здесь продаются?
Я, может, дурак, конечно, но, блядь, ну не настолько, ну, в конце концов. Не продаются здесь сэндвичи. Донаты, донаты, донаты. Atomic Bakery. Вот, вот такие вот, да, скорее всего. А где они здесь-то? Там-то они есть, а здесь-то их нет. Здесь-то вообще на продажу только вот это вот. Даже вот это взять не могу. Вот мужика могу потрогать. Зачем я его могу потрогать? Хрен его простит. Могу взять эту... Вот это вот зачем здесь выложено? Я же не могу это взять. Блин, на самом деле, ну глупость какая-то. Может быть, конечно, можно. Надо просто обновиться. Может быть, уже что-нибудь добавили туда. А то я не обновляюсь. Так, ладно, здесь этих треугольников ни черта нет. Так, подожди, хлеб. Мне нужен был хлеб. А, бред и... Фишка их и бред. Просто бред обычный, да, нужен? Это, скорее всего, вот. Нет, это багет. Это вот это бред. Огромная цена написана. Извините уж. Сусэш бред, багет, банана бред, каке с. Понятно. Понятно. Так, едем в мидферм. Фарм. В мясную фарму едем с тобой мы. Значит, сейчас мы едем где-то вот тут. И нам нужно налево завернуть, по идее-то. Вот тут. Охренеть. Вот это да. Вот это я еду. Куда еду? Наверное, не сюда надо было заворачивать. Да. Вот сейчас точно было надо не сюда поворачивать. Надо было чуть-чуть левее, правее точнее держаться. Блять, да... Можно было какие-то, не знаю, поширше сделать? Чуть-чуть ширше. Немного шире делай, да и все, дорогу. В конце концов, я же задеваю. Я что, пешком-то не пойду, надо на машине ехать. Блин, я сейчас чуть не обосрался, ты понимаешь? Что за звуки-то такие, ну? Это добрая игра, просто про продавца. Тут, блин, такие громкие звуки. Привет. Здрасте, здрасте. Так. Это кто это у нас будет сейчас на превьюшке? А? Кто это на превьюшке тут будет? Вот это вот садовая голова будет у нас на превьюшке. Да-да, да. О! Одна прилегла, утомилась. Вот сюда она поставится. Отлично. Так, и что мы с тобой делать будем? Что мы делать здесь будем? Здесь ничего мы делать не будем. Пойдем, где здесь мясная ферма-то сама по себе? Где покупать можно? А, вот он. Так, купить можно... Мамочки родные. А ты кто такой-то? Блин, как бы вот... Сейчас, 5 секунд. Вот так сделаем с тобой. Континуе. Вот этого мужика заскриним. Угу. Как бы тебя так это, скринануть, чтобы ты был... Блять, где-нибудь поближе ко мне, подожди. Ну не настолько. Ну блин, в профиль тебя вообще лучше не фотографировать, ты же ужасный. Так, ну давайте вот так вот сделаем. А что, я такой маленький, что ли? А, давай вот так вот заскриню его. И вырежу его потом, прибавлю в размере немножко, ничего страшного. Так, и на вот этом фоне все это будет. Вообще, огонь. Просто огнянный, я тебе так скажу. Во. Все, так, возвращаем меня, соответственно. Вот так. Континуе. Смотри, разработчику был настолько впадлу, что он сделал плитку здесь, наискосок. Почему нельзя было ровную стену здесь сделать, блядь? Что это за человек такой? Там вообще дерево, блин, через эту пролезает. Chicken legs. Meat steak, steak. Здесь что? Фишка, вот она, елки-палки. На фиолетовых упаковок я опять же здесь ни черта не вижу. Так, куски мяса здесь нельзя брать. Мужик, с тобой поговорить-то можно? Нет. Нельзя, как жаль. Холодос. О чем? Есть у вас холодильники-то, нет? Нельзя. Bridge Requires. Блин, ну, во-первых, здесь очень дорого. На $33 выше, да хватит орать. На $33 выше цена, и, соответственно. Да какие они громкие-то, ну ужас какой-то. Меня, мне кажется, вообще слышно не будет, что я говорю. Хотя нет, я их просто посильнее чуточку приглушу, и все будет здорово. Ой, куда едут-то?
А, так вот, дорого, во-первых, слишком. Во-вторых, у меня нет холодильника. Короче, Евгений, я так и не понял, что там за товар дня должен был быть, но ты напиши в этом в следующем комментарии под вот этим видео. Напиши, что там должно было быть, потому что что-то я никакой, ни одного треугольника я не нашел, во-первых. А во-вторых, не нашел я... Что ты там написал? Сейчас смотрю. Еще разок. Рыба-фиолетовая упаковка. Вот, рыба-фиолетовая упаковка, там вообще ее нет, а рыба в зеленой упаковке. И то, не особо зеленая, она такая непонятного цвета. Так, пойдем выложим товар. Почти все скупили, ты погляди-ка. Так, хлеб мы с тобой вот так вот раскладываем. Нельзя друг на друга класть, ты представляешь, его дожили-то. Ругаются что-то? Ругаются, блин, что-то не хватает им все время. Этому не хватало Берри сериал. Лики какие-то. Раньше было все просто. Ты типа берешь, заходишь в магазин к Джаберу и говоришь, мне вот надо вот это, вот это, вот это. Все, можно было заказать. А сейчас ты смотришь и не знаешь, куда тебе ехать вообще с этой ерундой со всей. Ты просто реально не знаешь, куда тебе нужно ехать за определенным товаром. Так, еда маловато у меня, грязность тоже маловато, так что нормально все. Туалет не хочу, попить не хочу, здоровье здоровское. А что со здоровьем-то с моим? А-а-а! When еда или вода ниже 25%, твое здоровье начинает падать. Когда еда или вода ниже 10%, ты не можешь бегать. Чё здесь вот percent, блин, написано? Здесь процент значком написано. Вот это глупость, конечно. А ты можешь heal yourself by going to the pharmacy. Вылечиться можешь только фармакологией. Ты можешь есть, пить продукты в своем магазине. Бляха-муха. Ты can purchase and bathroom from furniture store. Короче, здесь по факту все написано, что делать и что не делать. Но так досадно из-за того, что у тебя здоровье падает, ну просто по глупости. Короче, нужно ехать будет сейчас и покупать все, что нужно. Просто все, что есть в магазине в том, надо будет покупать. Поехали к Джаберу. Накупим всего говна, которое есть там. Ты чего там дерешься-то? И даже немного не говна накупим. Всего накупим просто сейчас и будем продавать. Чтоб вообще не... Ой, нифига себе, меня раньше не подкидывало. Чтобы вообще ко мне претензий никаких не было у клиентов. Чтобы у меня было все на полочках лежало и все. И пожалуйста. И как бы... Ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Как меня заносит-то. Ой-ой-ой-ой, да хватит, ты хватит мотать ты меня, ну. Вообще несерьезно. Глупости какие-то, конечно, с управлением здесь беда. Я езжу только к Джаберу, потому что у Джабера основной товар весь, короче, есть. Угу. Так, Джабер, здравствуй. Мы с тобой уже, конечно, виделись. Так, сейчас 5 секундочек. Так, что такое-то? Complaints. Тисуис. Круто, айскрим. Это ладно, айскрим явно будет храниться только в холодильнике, поэтому бананы мы с тобой купить можем только на ферме или вот тут вот на базаре. Если они там есть, они, соответственно, их там нет, потому что они хрен так быстро обновляться. Берри сериал, клининг спрей. Клининг спрей есть? Клининг спрей. Сериалы это вот эти. Ни хрена, это не эти. А какие мне сериалы нужны? Ягодные сериалы мне нужны. Ягодные сериалы это, скорее всего, вот они. Так, едем дальше. Сериалы у меня есть. Есть у меня, значит, еще клининг спрей.
печенюхи нужны, крем-чиз. Крем-чиз это тоже холодильник. Соус мне нужен и печеньки. Тауссе мне нужен. Ой, блядь. И печенюхи. Печенюхи длинное что-то. Просто кукисы мне нужны. Вот. Нормально, не настолько она высокая цена, насколько возможно. Смотрим, что у нас еще нужно. Тисуисы мне нужны. Тисуисы. Тисуисы, это что такое у нас с тобой? Тисуис. Блять, тисуис. Тисуис. Помнить бы еще, что такое тисуис. Блин, я где-то видел, а где видел? Явно не здесь. Так, и не тут. Что там вначале-то было, милкукисы? Блин. Где тисуисы? И что это такое вообще? А, тисуис. Я покупал туалет ту же, ну. Есть у меня туалет, все хорошо с тисуисом. Глаз клинер от кукис и томатная паста. Глаз клинер. Так, глаз клинер это у нас что? Это глаз клинер, это зеркальный клинер. Это вот этот. Погоди. Пойдем на машину, попробуем поставить. Потому что машину вроде как можно это делать. Как в старые добрые. Или, слушай, я прям вот вспоминаю, как я это делал. Но та была как-то более казуальная, я не знаю, вот тут как-то очень сложно все это реализовано. Так, зачем я вообще пришел сюда, забыл опять. Томатная паста. Томатная паста от кукисы. Томатная паста, это что-то красное должно быть, вот она. Нет, ни хрена, это не томатная паста. Так, томатная паста. Вот она. Хуй. Тоже не, и тоже не она. А, вот она, зеленая, я еще тогда... Как дорого... Я же тогда возмущался. Так, куки... Ой, от кукис. Это что такое от кукис? Неважно. Так, едем дальше. Что у нас еще нужно? Water bottle L. И fruing oil. Oil. Это масло для... этого... фритюрницы. А где здесь масло-то вообще продается? Здесь масло нет ни хрена. Слушай. Может вот это... Блять, это пакет сока. Банк сок, точнее. А где здесь масло вообще? Масла-то нет. Масла-то тут нет, не продается. Тем более, это должна быть огромная банка такая. Потому что для фритюрницы всегда много продают. Так, еще water bottle L. Угу. Так, и масло для фритюрницы. Давай поищем, конечно. Глаз клинер. Я просто даже не удивлюсь, если оно здесь где-нибудь хранится. Но вряд ли. Опа, подожди-ка. Подожди-ка. Фруинг, это, блин, что такое вообще? 5 секунд. Перевод. Это у нас значит жарко. Жаренье переводится с английского языка. Фрайинг вот этот. Какого я? Этот фрайинг стоит между бличем каким-то, то есть чисткой белья, туалетной бумагой, мылом, еще какой-то туалетной бумагой. И, блин, шампунями. Какого лешего здесь стоит этот frying oil? То есть это вообще никаким боком к продуктам питания не относится, блять. Как же глупо. Так, ладно. Я, кстати, не понял, какую я бумажку покупал. Ну, какую-то покупал. Погоди-ка. Мне нужно срочно что-нибудь пожрать. Что-нибудь такого питательного, потому что я сейчас сдохну нафиг. Что-нибудь дешманского есть? Вот, за $10. Да, блядь, как неудобно. Так, статусы по здоровью, по еде вообще отлично. Вода немножко, конечно, ниже, чем нужно. Так,
туалет сходить надо будет сейчас, и помыться тоже надо будет сейчас. Значит, берем и едем с тобой обратно в магазин расставлять товары, а потом мы с тобой закончим и пойдем по своим делам. Вот и все. Вот планы на ближайшие минут 7. Да, где-то 7 минут, наверное, нам с тобой потребуется для того, чтобы это все сделать. Да, сейчас разложим товары, которые мы купили. Потому что у меня их достаточно много, я хочу заметить, и... Ну, придется нам с тобой немножечко потрудиться. А еще хочу заметить, что мне некуда их будет сейчас все расставлять. Я проехал мимо. Мне некуда их будет все расставлять, то есть мне придется не все расставлять еще. Здорово, конечно, то есть добавили инвентарь, но не круто, конечно, что этот инвентарь сам не выбирается. Так, патеты-чипсы мы ставим вот сюда. Так, water bottle L рядышком расставим. Я сейчас не буду заморачиваться над красотой этого магазина, потому что ни хрена себе здрасте, еще и красоту какую-то наводить. Мне денег не хватает, а еще красота какая-то нужна. Мне в первую очередь сейчас требуется навариться. Навариться, а потом уже будем мы с тобой думать, как оно будет выглядеть красиво, некрасиво. Это и хрен на него, даже если будет некрасиво выглядеть, потому что... Просто потому что. Потому что мы с тобой не за красоту, а за деньги здесь трудимся. Вот, видишь опять? Переворачивается к хренам собачьим все печеньки. И каждую сиди выравнивай. Я, блядь, вот пытаюсь ровно сделать, а оно один хер неровно ставится. Одна влево, другая вправо смотрит. Но она хотя бы пыталась, ладно. Так, соусы. Ну, с туалетной бумагой рядом вообще все отлично смотрится. Так, это другие кукисы. Кстати, блин, вот что мне, конечно, не нравится здесь, это то, что нельзя ставить друг на друга. В той игре вообще круто, блин, просто друг на друга все накладывалось. Никаких проблем, никаких вопросов не возникало. Нет, блядь, здесь мы сейчас будем с тобой выеживаться. Но это сделано тупо для того, чтобы мы с тобой на одну полку все не положили. Вот зачем это сделано, это я тебе так по секрету расскажу. Как будто что-то мне мешает разложить все на одну... Нет, конечно, не мешает. Отсутствие места, блин, и возможности складывать друг на друга. Но все равно. Блять, ну, конечно, ну, можно было бы поменьше банку сделать. Понимаешь, сколько в ней литров в этой... В клининг-спрее в этом? Я вот представляю, литр 3, наверное, в этой банке. Литр 3 в банке, еще и как-то ее держать надо. И там самое главное, под руки этот есть... выемки под руки. Как это держать вообще возможно, я не представляю. Она же огроменная просто. Больше, чем буханка, ты посмотри, ну. Так, томатная паста. Мы сейчас все как раз... Что такое-то? А, здесь так тени же работают, елки-палки. Я как-то сегодня привыкну, что они тут все играют. Перри сериалы эти, так, глаз клинеры, блин, забыл выложить, и туалет пейпер. А, туалет пейпер у меня есть, кстати, да, это я ее купил уже. Здорово, правда? Ну, поставлю рядом, хоть они и типа не считаются, но буду видеть, что она у меня есть хотя бы. Если что, разложу. Так, это у нас с тобой что? Это у нас с тобой сериалы, да? Да, сериал, блядь, опять не в ту сторону кручу. Так, сериалы мы ставим вот сюда. Да поставь ты ровно это ее, ну. Не то, подожди. Так, угу. Да, это что сейчас было опять? Куда-то все время выпрыгивает, я боюсь его уже. 250 грамм, твою налево-то. Вот тут 250 грамм, это что такое-то?
250 грамм, это так мало. Просто ужас, как мало. Так, куда поставить? Давай вот сюда вот поставим. Ага. Это мы сейчас быстро расставим. Все, шикардос, ты гляди. Так, едем обратно домой, значит. Не домой, мы идем твою нужду справлять. Так, что такое-то? Это пикап. А может этому товарищу-то можно стул поставить? Что он тут сидит-то? Стоит, точнее. Нам нужно переспать одну ночь, чтобы посмотреть, как работает наш сотрудник, которому полтос заплатили для того, чтобы он что-то построил, как будто стену, что ли, что-то он там делал, должен хрен его просыт. Вот. И, собственно, посмотреть, что со стулом произойдет. Shop closed for customers. Для customers он давным-давно закрыт, хочу заметить, потому что продавца моего нет. Так. Идем поспим. Да ну, блять, ну что такое-то? Кто-то спит в моей кровати, по-моему, сейчас. Это вообще не круто. Это я сейчас прыгнул, что-то дернулся весь. Из-за того, что, наверное, загрузка пошла. Надеюсь, она не это самое, не крякнется. Не сломается игра, потому что, ну, я что-то вообще от нее уже ничего хорошего не жду, потому что она вся какая-то ломаная, вся битая, хотя она вроде как в релизе. Хотя не... Или не в релизе? Не, в релизе, она уже в релизе. Бежим. Так, это что значит у меня? Это сидушка, да? Да, это сидушка, это спинка. Не... Ой, блядь. Это спинка, не спинка, а этот, подголовник. Вот что это. Скорей, скорей, скорей едем, потому что уже наши покупатели нас заждались. Опа, здрасте. В ордере для старта работы первого... Сначала я должен деньги... Отправь мне $100, плиз. Ну, на тебе $100. По-моему, ты бомж какой-то, блядь. И сейчас у меня все своруешь и уйдешь. Пожалуйста, тебе большое. Ой, блядь, спасибо тебе большое. Я могу сейчас в твой магазин и начну работать завтра утром. В смысле? В смысле завтра утром-то? Ты же, блядь... А сейчас он что делал? Погоди, а что он делал-то? Здорово. А нормально ты, да? Все хорошо у тебя? Ладно, ты так и стой. Погоди, а тот-то персонаж что сделал-то хоть? Не, я, конечно, английский хорошо... Ой, плохо понимаю, но не настолько же ведь. Он же мне сказал, что мне сейчас что-то сделает, и все будет у меня чики-брики. А почему ничего не произошло? Что он мне сделал? Напишите, пожалуйста, люди добрые, и объясните, что он сделал за $50 и что он сделает за 100. Я просто боюсь представить, что он сделает. Он вроде как бы, ну, типа, обещал что-то сделать, а что сделал, хуй просышь. Потому что ничего не поменялось, и как бы все было, так и осталось. Хотя вот эта хрень какая-то появилась, или она была, даже я вот я даже что-то вообще не знаю. Да уж. Ладно, давайте на этом закончим. Вот так вот нажмем Save Game. Спасибо большое за просмотр. Ставьте комментарии, пишите лайки, обязательно увидимся в следующей серии, в других игрушках. И всем пока.